Я вам расскажу немножко о нашем вузе. Меня зовут Никулин Евгений Николаевич, начальник управления довузовской целевой подготовки. Итак, первый слайд. В истории вуза достаточно много интересных дат. Мы считаем годом рождения нашего вуза 1932 год, потому что именно в этом году вышел приказ министра тяжелой промышленности о создании в стране первого высшего учебного института, который готовит инженеров-оборонщиков. Этот вуз разместился в здании, которое было построено специально под ремесленное училище в память безвременно ушедшего из жизни цесаревича Николая, сына Александра II. Обучение длилось целых 5 лет, так что мы можем смело утверждать, что наши оборонные традиции уходят в дореволюционное прошлое. Руководство нашей страны направило в молодой вуз самых лучших по тем временам профессоров. Прекрасную материально-техническую базу, технику специальную. Все это позволило в кратчайшие сроки создать уникальную систему подготовки специалистов-оборонщиков, которая с тех пор развивалась, совершенствовалась и которой сегодня мы по праву гордимся. За 83 года своего существования, следующий слайд, наш вуз выпустил порядка 70 тысяч высококлассных специалистов, которые успешно работали и работают сегодня как в гражданских, так и в оборонных отраслях. Среди наших выпускников министр обороны Советского Союза, маршал Дмитрий Федорович Устинов, именем которого назван наш университет, глава Республики Карелия Александр Куделами, спикер Государственной Думы Сергей Нарышкин, совсем недавно еще действующий глава российских железных дорог Владимир Никунин, крылатая ракета Герберт Ефремов, система ГЛОНАСС, отечественный альтернатива ГПС, Николай Кистоедов, ну и многие-многие другие. Кроме того, наши питерские летчики-космонавты, все выходцы из нашего вуза, это Георгий Гречко, Сергей Грикалев и Андрей Борисенко. В настоящее время в отряде космонавтов проходит подготовку, практически уже готов к самостоятельному полету, Иван Вагнер, выпускник 2008 года, самый молодой из наших подготовленных космонавтов. Следующий слайд. Наш вуз готовит специалистов в первую очередь, которые работают в оборонных отраслях, поэтому здесь представлена та продукция, в разработке которой самое активное, самое непосредственное участие принимали наши выпускники. Это атомный крейсер «Петр Великий», это лучшие в мире вертолеты, боевые вертолеты «Акулы» и «Аллигатор», это зенитные комплексы С-300, С-400, танк Т-90С, ракеты-носители, транспортные космические корабли и многое-многое-многое другое. Следующий этап. Наш вуз состоит из 5 факультетов. Факультет А, факультет ракетно-космической техники, готовит как бакалавров, так и специалистов. Замечательным является то обстоятельство, что факультет ведет большой объем мир по утилизации методов высокотемпературного сжигания токсичных отходов. Ну, это такая боковая мирная веточка от ракетной тематики. Кроме того, преподаватели факультета проходят стажировки, а студенты практики на 2 наших российских космодромов. Я думаю, и 3-й будет нами освоен, Байконур и Плесецк, ну и в дальнейшем Восточный. Следующий слайд. Факультет Е оружия и систем вооружения готовит также специалистов и бакалавров. Я сразу оговорюсь, там, где бакалавриат, там обязательно есть и магистратура, поэтому я о ней не буду в дальнейшем говорить. Магистратура – это 2-я ступень. Готовит как специалистов, так и бакалавров. Замечательным для факультета является то обстоятельство, что существует на нем, работает успешно филиал ФНПЦ «Приборд». Это ведущее предприятие, расположенное в Москве, по разработке и по
производству боеприпасов среднего и малого калибра. Вы обратили внимание, что сегодня в основном воюют именно малым и средним калибром. Ну вот как-то так складывается акцент в эту сторону. Вот, и наши преподаватели и студенты успешно работают в этом филиале, занимаются перспективными разработками, то есть достаточно востребованный филиал. Факультет информационных и управляющих систем готовит и бакалавров, и специалистов. На ваших буклетах все подробненько расписано. Могу сказать только, что факультет имеет тесные связи с физико-техническим институтом имени ИОФИ, на одной из кафедр которого, и там открыта наша базовая кафедра, работает Жорж Иванович Шалфёров, Нобелевский лауреат. Кроме того, на факультете ведется большой объем НИР по лазерной тематике, разрабатывается в рамках научно-учебного центра, факультет разрабатывает и производит приборы на этой основе с использованием лазерной техники, которые успешно реализуются как на внутреннем рынке, так и продаются за рубеж. Следующий этап. Факультет, естественно, научный. Он в основном объединяет общие инженерные кафедры, которые здесь перечислены, но кроме того ведет подготовку бакалавров по двум направлениям – оптотехника и атмосферная безопасность. Мал золотник, но дорог. Факультет ведет серьезные научные исследования в этой области и имеет собственный ученый совет по присуждению кандидатских и докторских степеней. Достаточно сказать, что все наши развязки кольцевой автомагистрали снабжены звукопоглощающими, звукоотражающими экранами разработки этой кафедры. Следующий слайд. Факультет международного промышленного менеджмента. Это любимый всеми технарями факультет, потому что ребята имеют возможность, я имею в виду с техническим направлением ребята, могут где-то курса с третьего, ну кто-то с четвертого, параллельно, если хорошо обучаются на своем факультете, они могут параллельно поступить и на этот факультет и получить дополнительные компетенции в области экономики, менеджмента, языкознания. И вот тогда инженер, такой породистый технарь с такими дополнительными компетенциями в области экономики и менеджмента, представители промышленности очень любят таких вот продвинутых ребят. Их охотно берут и платят за это соответствующие деньги. Следующий слайд. Наш вуз один из немногих, который сохранил военную кафедру и военные учебные центры. Об этом вам отдельно Сергей Владимирович расскажет. Я просто два слова скажу, что военная кафедра готовит инженеров запаса, не подлежащих призыву вооруженные силы в мирное время. А кафедра, вернее, военный учебный центр готовит кадровых офицеров, которые по окончанию учебы должны отслужить от 3 до 5 лет, в зависимости от того, как составлен контракт, а потом принимают решение, либо они идут на гражданскую службу, на гражданскую работу, либо продолжают службу в вооруженных силах. Следующий слайд. Здесь представлены коротко наши возможности, вернее, возможности наших студентов. Об одной из них я сказал, о возможности получения второго и даже третьего образования, потому что, смотрите, техническое образование, военное образование высшее и гуманитарное желание. Ну и кроме того, есть различные проекты, которые также успешно реализуются в наших стенах. Следующий слайд. Студенческая жизнь. Ну, вот такой коллаж. То есть здесь можно увидеть, что не только на учебу время тратят наши ребята, но хватает еще время на творчество, на занятия самодеятельностью. У нас очень сильная группа ребят, которые занимаются в КВН, в студенческой КВН, со своими концертами и миниатюрами. Они каждый год выезжают на подшефный крейсер маршал Устинов, который базируется сюда, ну, так сказать, на флоте, и приезжают полные впечатления.
Все, следующий на это контакты. Я хотел бы еще остановиться несколько на особенностях поступления в наш университет, если позволите. В принципе, правила приема у нас те же самые, что и во всех технических вузах. Но есть особенность, она связана как раз с военной кафедрой, с военным учебным центром и с возможностью поступления по программе подготовки кадров для предприятий оборонно-промышленного комплекса или коротко по гособоронзаказу, как бы говорят. Что это такое? Так получилось, и старшее поколение это хорошо помнит, что мы в одночасье оказались в условиях рынка в начале перестройки, и к этому, прямо скажем, были не готовы предприятия. Пришло время платить зарплату, централизованное финансирование прекратилось, опыта зарабатывания денег в условиях рынка на предприятиях не было, и чтобы выжить, пришлось сокращать большую часть своего штатного состава. Позже, через годы, когда появился опыт, появились заказы, появились средства, вернуть людей уже было невозможно. Поэтому обстановка была очень и очень сложной, и в принципе грозила потерей научных и производственных школ, потери позиций на рынке товаров и услуг, я имею в виду мировой рынок, даже в таких отраслях, которые традиционно считались нашими: авиация, судостроение, космонавтика, вооружение. И так появились первые постановления правительства о плановой подготовке специалистов для предприятий оборонного профиля. Что такое предприятие оборонного профиля, чтобы не пугались? Большинство предприятий в Питере – это предприятие оборонного профиля. Если хотя бы малая толика продукции имеет двойное назначение, то есть может использоваться на образцах на военных самолетах или судах и так далее, то автоматически предприятие попадает вот в этот разряд. Самые крупные, самые сильные предприятия – это предприятия оборонного профиля. Сегодня мы работаем по постановлению правительства 1076 от 27 ноября 2013 года и 192 от 5 марта 2015 года. Этими документами регламентируются все юридические моменты между работодателем и студентом, который изъявили желание поступить по этой программе. Значит, здесь процедура поступления несколько сложнее. Абитуриент должен заключить до начала обучения, в момент поступления в ВУЗ, должен заключить договор с предприятием, где в дальнейшем будет работать. В договоре прописываются взаимные обязательства. Там ничего особо сложного нет. Если кто-то захочет сам посмотреть, пожалуйста, 1076 наберите, постановление правительства 27 ноября 2013 года, и познакомитесь с этим документом. Основное там: от студента требуется добросовестное отношение к учебе и заключение трудового контракта на срок не менее 3 лет после получения образования. А со стороны предприятия там побольше. Предприятие обязуется, во-первых, оказывать социальную поддержку студенту во время учебы, доплачивать ему стипендию. Причем все предприятия это делают по-разному. Кто-то побольше, кто-то поменьше, по возможностям, по пониманию этой задачи. Кроме того, на старших курсах разрешена подработка. И самое главное, вы проходите практику на этих предприятиях, практики практически каждое лето. А после окончания вуза, вам предоставляется возможность работать на этом предприятии. То есть вам гарантируют трудоустройство по специальности, что само по себе, безусловно, перетягивает все остальное. Можно было это просто даже не говорить. Поступление идет в нулевой волне, то есть в льготной волне. 31 июля выходит приказ о зачислении. Это нулевая волна. Потом 5 августа и 10 августа. Первая и вторая волна. В принципе, это не означает, что годная волна, значит, берем всех как
правило, требования те же самые, что и для классического варианта поступления. Мы договариваемся заранее с предприятием о нижней планке, по 100 баллов по трем предметам, которые для ребят, которые могут участвовать в конкурсе. Конкурс тоже существует, но он не такой жесткий, как при классической форме поступления. То есть даже если вы не набираете нужное количество баллов, но у вас хороший аттестат, у вас хорошее портфолио, которое обязательно нужно брать на собеседование, когда вы идете на это предприятие. Если ваши глаза горят, и вы мечтаете состояться в инженерной профессии и показываете это на собеседовании, то предприятие, как правило, на это обращает внимание, особенно если еще и мы поддерживаем эту кандидатуру, и заключает с вами договор. Заключение договора, как правило, означает сразу поступление. Вот такой интересный вариант поступления в университет. Сегодня у нас 40-45% поступающих поступает именно по этой схеме. Они уже наперед знают, где будут работать. Кроме того, в соответствии с постановлением 1076, о котором я говорил, заключить такой договор можно и позже, когда вы поступите. Ну, уже год не будет во время поступления, но если вы все-таки прозреете, поймете, что главное все-таки не закончить вуз, а устроиться потом на работу, на хорошее предприятие, то, в принципе, вы можете заключить такой договор и позже. Все, кто так или иначе заинтересовался вот этой схемой, а тут много возникает попутно вопросов, они могут к нам обратиться. Поэтому мы оставили вот этот слайд по телефону, который, кстати, у вас в буклетах тоже существует, 325-5377. Можно позвонить нам, отвечу либо я, либо мои сотрудники. И любой день, кроме выходных, с 4 до 6, мы проводим собеседование, где отвечаем на все ваши вопросы. И заносим вас в базу, и потом уже сопровождаем до самого поступления, после поступления, до самого окончания университета, после окончания университета, еще 3 года вас сопровождаем. То есть вы попадаете в программу, за вами уже вас ведут по карьерной траектории. Это очень важно для студента. То есть вы не один на один со всеми проблемами, а вы постоянно чувствуете какую-то опору, поддержку. Это надо иметь в виду. Вот кто заинтересовался, ждем ваших звонков. Мы принимаем на собеседование не только тех, кто интересуется этой программой. Кто не определился, милости просим, так приходите. Можете брать с собой родителей, бабушек, дедушек. Мы проводим с вами беседы столько раз, сколько потребуется, пока у вас еще будут вопросы. Пока не станет все ясно. Ну вот, если у кого-то сейчас появились вопросы, я готов и сейчас ответить. Если надо подумать, то ради бога. Есть сейчас вопросы? Пожалуйста. Военная кафедра вам подробно скажет, Сергей Владимирович, но мне кажется, это только для технических специальностей. Еще вопросы? Собеседование с 16 до 18, кроме выходных дней, по предварительной записи, чтобы мы оказались на месте, потому что это после работы. В принципе, если иногородние, они приезжают или звонят, мы в удобное для них время проводим собеседование, потому что один сотрудник не может, тогда другого выделяем для этого. В принципе, можем подстроиться и под желание, потому что из области приезжают электрички там, и так далее. Поэтому я говорю вам, время только основное. Индивидуальный подход каждому мы тоже обеспечим при необходимости. Еще вопросы? Собеседование по скайпу проводится, потому что, допустим, очень большой временок, 8 часов, допустим, часовой поезд. Я понял, ну и ничего страшного, мы иногда собеседование проводим и по телефону, и с Дальним Востоком проводим. Есть такие варианты. Они поздно вечером, 12 часов, а у нас еще рабочий день, так что все равно. Я сейчас говорю только про наш часовой пояс. Так, еще вопросы появились? Нет? Ну, я здесь еще остановлюсь, так что при желании можно будет попозже еще задать вопросы. Слово вам, Сергей Владимирович. Да, мечта.